Прошло 5 лет со времени переселения Арины Петровны в Погорелку, печальную усадьбу, принадлежавшую сиротам Аненьке и Любеньке. Девушки вскоре уехали из постылой Погорелки в надежде ухватиться за какую-то нить и при ее пособии войти в светлое царство человеческой жизни. Чем больше дряхлела Арина Петровна, тем сильнее сказывалось в ней желание жизни. Или лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание полакомиться. Все, в чем она постоянно отказывала себе, хороший кусок, покой, беседа с живыми людьми, все это сделалось предметом самых упорных помышлений. И Арина Петровна зачастила в Головлёва, к Иудушке. Наскучив продолжительным вдовством, Иудушка взял к себе в экономке девицу из духовного звания именем Евпраксию. Любка, сколько раз ты сегодня дура-то осталась? Осталась бы, как бы сама не поддалась. Вам же удовольствие сделать хочу. Сказывай, видал я, какое ты удовольствие чувствовал, когда я давеча тебя все тройками да пятерками подваливала. Я не Порфирий Владимирович, тот тебя балует, все с одной да с одной ходит. А мне, матушка, не с чего. Еще бы вы плутовали. Да уж этого греха за мной не водится. А кого я давеча поймала? Кто семерку древ с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уже ты ее сама видела, сама уличила. Маме. Хорошо, я к тебе засветло добралась. Метель-то, видно, взаправду взялась. Все визжит да повизгивает. Ну и пущай себе повизгивает. Она повизгивает. А мы здесь чаек попиваем. Так-то, милый друг маменька. Ах, нехорошо нынче в поле кольковое, такая милость Божия застанет. Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Сидим? Да чаек попиваем и с сахарцом, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с рамцом, и с рамцом пить будем. А, уж ежели теперече еще есть. Позвольте, маменька, я говорю, теперече в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки, опять же волки. А у нас здесь и тепленько, и светленько, и уютненько. И ничего мы не боимся. В карточки захотелось поиграть, в карточки поиграем. Чайку захотелось попить, чайку попьем. Сверх нужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А чего это так, милый друг маменька? От того, что милость Божья не оставляет нас. Кабы не он, Царь Небесный, может, и мы бы теперь в поле плутали. И было бы нам и темненько, и холодненько, в зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонький, лаптишечки. Ну, что это уж и лаптишечки? Чай тоже в дворянском звании родились. Какие-никакие сапожнишки носим. А знаете ли вы, маменька, отчего мы в дворянском звании родились? А все от того, что милость Божья к нам была. Кабы не она, и сидели бы мы теперь в избушечке, да горела бы у нас не свечечка, а лучинушка. А уж насчет чайку да кофейку, об этом и думать бы не смели. Сидели бы. Я бы лаптишечки ковырял, вы бы там щец каких-нибудь пустеньких поужинать сбирали. Евпраксеюшка бы красно ткала, а может быть, на беду Десяцкий еще с подводой бы выгнал. Ну уж и Десяцкой в эткую пору с подводой не нарядит. А, как знать, милый друг маменька. А вдруг война?
или возмущение, чтоб были полки в срок на местах. Вот на Медне Становой сказывал мне, Наполеон Третий помер, а как был горд, фу ты, ну ты, и то не ладно, и другое нехорошо. Цари к нему на поклон ездили, принцы в передней дежурили. Он бог-то взял, да в одну минуту все его фантазии не спроверг. Вот теперь французы куры лесить начнут. Натурально наши сейчас вперед. Поезжай, мужичок, коли начальство велит. А нас с вами пока мисс поберегут. С подводой не выгонят. Что говорить? Велика для нас милость Божия. А, я что же говорю? Бог, маменька, все. Коли не захочет, ничего не будет. Я бы вот сейчас хотел бы апельсинчиков. И сам бы поел, и мило вдружка маменьку угостил, и бы всем по апельсинчику дал. И деньги у меня есть, чтобы апельсинчиков купить. Взял бы, вынул, давай. Ан Бог говорит, кррр. Вот я и сижу, философ без огурцов. Рассказывайте. Вот у меня дяденька Пономарев у Успенья в песочном был. Уж как кажется, был Богу усерден. Мог бы Бог для него что-нибудь и сделать. А как застигла его в поле метелица, все равно замерз. И я про то же говорю. Или захочет Бог, замерзнет человек, или не захочет, жив останется. Опять и про молитву надо сказать. Есть молитва угодная, и есть молитва неугодная. Угодная достигает. А неугодная все равно, что она есть, что ее нет. Может, дяденькина-то молитва неугодная была, вот она и не достигла. Вот, помнится, в 24-м году ехала я в Москву. Я еще в ту пору Павлом тяжела была. Так вот, ехала я в Москву в декабре месяце. Позвольте, маменька, вот я об молитве кончу. Человек обо всем молится, потому что ему всего нужно. Иногда даже чего и не нужно, а он все по слабости человеческой просит. А Богу-то сверху виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе капустки либо лучку даст. Ты об ведрышке, да об тепленькой погодке хлопочешь, а он тебе дождичка, да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать. Маменька, вы там хотели что-то рассказать, что с вами в 24-м году было? Что это, я уж и забыла. Должно быть все про нее же, про милость Божию. Не помню, мой друг, не помню. Да, маменька, в свое время вы таки были. Министр. Министр, не министр, а могу Бога благодарить. Не растранжирила, а присовокупила. И теперь вот поедаю от трудов своих праведных. Вишни-то в Головлёве ведь я развела. И спасибо вам, маменька, за это большое спасибо. Вечное спасибо и за себя, и за потомков. Вот как. И тебе спасибо, что мать покоришь. Ох, у меня новость. Письмо вчера от сироток получила. Молчали, молчали, да и откликнулись. Видно, туго пришлось. Денег просят. Нет, не просят. Вот, полюбуйся. Мы не в Москве, а в Харькове поступили на сцену. А летом по ярмаркам будем ездить. Я Анненька в Переколе дебютировала, а Любенька в Анютиных глазках. Меня несколько раз вызывали, особенно
после сцены, где Перекола выходит на веселее и поет «Я готова, готова, готова». Жалование по 100 рублей. Подарки бывают от офицеров и от адвокатов. Только адвокаты иногда фальшивые деньги дают, так нужно быть осторожнее. Вы, милая бабушка, всем в погорелке пользуетесь, а мы туда никогда не приедем и даже не понимаем, как там можно жить. Вчера первый снег выпал, и мы с здешними адвокатами на тройках ездили. Один чудо как хорош поставил на голову стакан с шампанским и плясал трепака. Прелесть как весело. В лучших ресторанах обедаем, ужинаем и ничего не платим. Вы, бабушка, ничего в погорелке не жалеете, и что там растет, хлеб, цыплят, грибы, все кушайте. Мы бы и капитал с удовольствием. Прощайте, приехали наши кавалеры, опять на тройках кататься зовут. Милка, божественная, прощайте, Анненька. И я тоже, Любенька. Вы, маменька, ничего еще не отвечали? Нет, не отвечал. И письмо только вчера получил. С тем и к вам поехала, чтоб показать. Не отвечайте. Лучше. Да как же я им не отвечу-то? Я им отчетом обязана, погорелка-то ведь ихняя. Я бы от них полную доверенность на погорелку вытребовал бы. У меня и так полная доверенность на управление есть. Не на одно управление, а так, чтобы и продать, и заложить. Словом, чтобы всем можно было по своему усмотрению распорядиться. Подумайте, маменька, подумайте. Я думаю, как они себя соблюдут, вертепит этом. Это ведь такое дело, тут раз оступись, после чести-то девичьей не воротишь, ищи ее потом, свищи. А кто эдакую потом за себя-то возьмет? Нынче, маменька, и без мужа все равно, что с мужем живут. Дошли до куста, под кустом обвенчались, и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется. Конечно, иногда по нужде, ежели человек в силах и притом вдовый, по нужде и закону перемена бывает. Что говорить? По нужде и кулик соловьем засвищет. Ох, ну и святые по нужде согрешали. Не то, что мы грешные. А вот знаешь ли ты, какой сегодня день? 23 ноября, маменька. 23 это 23. Да помнишь ли ты, что 23 ноября-то случилось? Что? Что ты? Про панихидку-то небось забыл? Господи! Так беда? Да так ли? Точно! Позвольте-ка, я в календаре посмотрю. Ой, чу, вон он, и еду. Ветром вдруг подуло. Едут и близко. Память кончины милого сына Владимира. Евпраксия, поди глянь, кто приехал. Сейчас. Покойся, милый прах, до радостного утра и моли Бога за твоего папу, который в сей день будет неуклонно творить по тебе поминовение и с литургией.
Вот тебе и на. Ну, не бог знает, что случилось. И завтра панихидку отслужу. Все я, старая, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да вот по дороге-то все и растеряла. Маменька, золотая у вас душа, право. Ну, кабы не вы, ну, что бы я в эту минуту делал? Ах, Володя, Володя, недобрый ты сын. Видно, не молишься Богу за папу, что он даже память у него отнял. Нет, не пайка ты, бросил папку, сиротой оставил. Ой, молодой барин, Петр Порфирьевич, приехали. Вот так сюрприз. Одолжил. А я-то сижу да думаю, кого это, прости Господи, по ночам носит? И как это тебе вдруг вздумалось? Так вот, вздумалось и приехал. Ну, спасибо, спасибо. Вспомнил про отца. Спасибо. Чай про бабушку-старушку вспомнил. И про бабушку вспомнил. Стой. Да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке. Да, и про это вспомнилось. Как же это он? Господи, жизни лишил себе. Что же ему не хватало, а? Да, неласков ты. Нельзя сказать, чтобы ты ласковый сын был. Каков есть? Кажется, как я об вас заботился, а вы все от меня прочь да прочь. Кто же вы? Ну, ты. Да, впрочем, и... Покойник, царство ему небесное, был такой же. Что ж, я вам очень благодарен. Никакой я от вас благодарности не вижу. Ни благодарности, ни ласки, ничего. Характер не ласковый, вот и все. Да вы что все во множественном говорите? Один уже умер. Да, умер. Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Вот завтра обеденьку отстоим и панихидку отслужим. Господи ты, Боже мой, что же это нынче-то делается? Сын к отцу приехал. И с первого же слова уже фырки. Не понимаю, не понимаю. И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал. Теперь сижу, вас не трогаю, пью чай. Коль дадите ужинать и поужинаю. Ну, с чего вы всю эту историю подняли? Петенька, ну, вот, петухи индейские. Смотри, сейчас перья полетят. Ну, ты, Петенька, уступи. А ты, Порфирь Владимирович, снизойди. От ужина идти и на боковую с Богом. Ты ешь. Ешь. А меня прости. Пойду я. Помолюсь. Васею, лебедух, на берегу. Васею, лебедух, на берегу. Мою корову даю. Варин! Варюшка!
чует Порфирий, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное. И уже заранее в голове его зарождаются всевозможные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо что бы ни случилось, Иудушка уже ко всему готов заранее. Он знает, что ничто не застанет его врасплох. Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти. Мне через 6 часов уехать надо. Говори. Зачем ты к нам пожаловал? Я, папенька, казенные деньги проиграл. Я проиграл 3000. Ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия. Что ж, внеси. Так откуда же я возьму деньги? Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал казенные деньги? Из тех и плати. Но вы же сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают. Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не играл. Вот только разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтобы потешить старушку? И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай. Позвольте, однако ж, надо бы мне как-то выйти из этого положения. Надо, голубчик. Так помогите же. А это другой вопрос. Что надо бы как-нибудь выйти из этого положения, это так, это ты правду сказал. А как выйти, это уж не мое дело. Ну, подумайте, однако ж, что со мной будет? А что Богу угодно, то и будет. Я последний сын у вас. Не забудьте об этом. У Ивова, мой друг, Бог и все взял, да он не роптал. А только сказал, Бог дал, Бог и взял. Твори, Господи, волю свою, так-то, брат. То Бог взял. Вы же сами у себя отнимаете. Володя! Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить. Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя... Нет, нет, нет. Не хочу я твои пошлости слушать. Ты вообще довольна. Что надо было высказать, то ты высказал. Я тоже тебе ответ дал. Послушайте. Наконец, я прошу у вас. Если у вас есть хоть капля чувства... Нет! Нет! Не будем! Не будем об этом говорить! Не будем. Не будем. Володя? Володя, какой он умный был. Помню я такой случай. Лежал он в коре, лет ему не более 7 было. Только подходит к нему покойница Саша, матушка твоя. А он ей говорит, мама, мама, ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают. Ну, та и говорит, да. Только у ангелов.
отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас, в Кадиму, крылышки были? Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю. Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать. Что тебе от меня, негодяй, нужно, сказывай? Мне нужно, чтобы вы заплатили те деньги, которые я проиграл. Никогда! Так это ваше последнее слово? Видишь? Это, видишь? Это папенькино благословение. Так вот при нем я тебе говорю, никогда. Убийца! Иудушка. Ты про кого это говоришь? Ах, одного знакомого. Кто-то. Так ты так и говори. Ведь Бог знает, что у тебя на уме. Ты бы лучше за добра ума уехал. Да. И то уеду. Чего ждать-то? Я вижу, на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар. Ну зачем ты к нам приехал? Я уже сказал, зачем. Зачем только такой? Уезжай, брат. Там. Нет, я еще не поеду. Я еще в церковь пойду. Попрошу панихиду по убиенным рабе Божием Владимире отслужить. По самоубийце, то есть? Нет, по убиенным. Удивительно. Да, по убиенным. Кто же его убил? Вы. Я? Вы! 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 Ну, слава Богу. Ну вот, полегче стало, как помолился. Хоть мне, как отцу, можно было бы и не вступать с тобой в объяснение. Ну да уж пусть будет так. Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку? Да, вы. А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлеве, а он в Петербурге. Как мог я его за 700 верст убить? Уж будто вы не понимаете. Не понимаю. Видит Бог, не понимаю. А кто Володе без копейки оставил? Кто ему жалование прекратил? Кто? Так зачем он женился против желания отца? Так ведь вы же позволили. Кто Христос с тобой? Никогда я не позволял, никогда. Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово 10 значений имеет, пойди угадывай. Он мне в то время написал: папа, хочу жениться на Лидочке. Понимаешь, хочу, а не прошу позволения. Ну и я ему ответил: коли хочешь жениться, женись, я препятствовать не могу. Только всего и было. Только всего и было? Разве это не позволение? То-то, что нет. Я сказал, препятствовать не могу. А позволяю, не позволяю, это другой вопрос. Я сказал, препятствовать не могу. А только без куска хлеба оставить можете. Вы так бы и писали. Не нравится мне, дескать, твое намерение, потому что я тебе и не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтобы ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно. Я, брат, в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да и прошу, чтобы и другие в мои дела не вмешивались. Да, не прошу. Даже запрещаю. Слышишь, дурной, непочтительный сын, запрещаю. Запрещайте, пожалуй, всем ртов не замажете. И он раскаялся,
бы попросил прощения. Понял, что обидел отца, но сделал пошлость. Ну и раскаялся. Простите, мол, душенька, папенька, что вас обидел. А то натка. Да ведь он писал вам. Он объяснял, что ему жить нечем, что ему дальше терпеть нет сил. С отцом не объясняются. У отца прощения просят. Вот и все. Он был так измучен, что и прощения просил. Но ведь все же было, все. А хоть бы и так, хоть бы и так попросил раз прощения. Видит, что папа не прощает. И в другой раз попроси. Эх, вы... Вот я. Кто же виноват? Проклинаю! Арина Петровна уехала в Погорелку и уже не возвращалась в Головлёво. А через месяц ее, как говорится, в один день сварило. Прибывший Иудушка, у него насчет покойников какой-то дьявольский нюх был, просил маменьку о благословении, но Арина Петровна ничего не слыхала. Открытые глаза ее тускло смотрели в пространство, словно она старалась что-то понять и не понимала. Иудушка тоже не понимал, что открывшаяся перед его глазами могила уносила последнюю связь его с живым миром, последнее живое существо, с которым он мог делить прах, наполнявший его, и что отныне этот прах, не находя истока, будет накопляться в нем до тех пор, пока окончательно не задушит его. Спустя 2 года, когда над Головлёвской усадьбой носился крепкий мартовский ветер, к Иудушке приехала Анненька. Экономка, усердная. Ну что, побывала? Побывала. И на могилке помолилась, панихидку отслужила? Да, и панихидку. Еще священник, стало быть, был дома? Ну, конечно, был. На. Кто же бы панихидку служил? А, вечная память покойницы. Вечная, родственная старушка была. Дядя, а как умирала бабушка? Тихо, мирно, никто не слыхал. Где? У себя, в Погорелке. Вот уж именно... Непостыдная кончина, обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась, и так вдруг ей спокойно стало, так спокойно. Даже сама голубушка это высказала. Что это говорит, как вдруг мне хорошо? И представь себе, только это она высказала, начала вздыхать. Вздохнула, смотрим, ее уже и нет. Румянчик. Улыбочка на лице, ручка сложена, как будто бы благословить хочет, и глазки закрыты. А в Погорелке как застала? Благополучно? Дядя, а вы зачем из Погорелки 2 коров увели? Евпроксеечка, каких это коров? А, чернявку да приведенку. Так ведь они, мой друг, маменькины были. Ну да, ведь вы ее законный наследник. Вот. Ну что ж, и владеете. Хотите, я вам еще теленочка велю прислать? Вот, вот, вот. Ты уже раскипятилась. А ты дело говори. Как, по-твоему, чьи коровы были? Да я почем знаю, в Погорелке стояли. А я знаю. У меня...
доказательства есть. Я сейчас. Сейчас? Сейчас. Вот, собственно, ее руки рест я отыскал. Видишь? Тут именно сказано. Вот, мои. Ну что ж, оставим это. Оставим, оставим. Я все бумаги вам узаконил. Вы теперь владельница погорелки, ваша именица. Тут все бумаги. Слава Богу, хоть это. Так, честь имеем поздравить. 20 000! В 5% бумагах. Честь имеем поздравить. И просеешь кланяйся. Дядя, какой вы странный. Все целуетесь? А чего же не целоваться, мой друг? Я ведь по-родственному. О, дядя, скука какая у вас здесь. А ты поживи с нами, тогда и увидим. Может быть, и весело покажется. Нет, неинтересно. Ну, что у вас здесь? Снег кругом, соседей нет. Говорят, полк у вас здесь стоит. И полк стоит, и соседей из-за меня это, откровенно говоря, не интересует. А впрочем, я жален. Дядя, скажите вы, отчего в гусары не пошли? От того, мой друг, что каждому человеку свой предел от Бога положен. Кому в гусарах служить, кому в чиновниках быть. Ну да, третьему торговать, четвертому, пятому, я и забыла, и все это Бог распределяет, не так ведь? Над этим, мой друг, смеяться нечего. Ты знаешь, что в Писании это сказано? Без воли Божией. Это насчет волоса? Без воли Божией волос с головы не упадет? Знаю это. Только ведь вот беда. Нынче все шиньоны носят. Это, кажется, в Писании не предусмотрено. Кстати, дядя, взгляните, какая у меня чудесная коса. Не правда ли хороша? Шиньоны, чай. Нет, не шиньоны, это мои собственные волосы. Я ее когда-нибудь перед вами распущу, дядя. Да, хороша коса. Егоза, егоза, все у тебя косы да шлейфы на уме. Кстати, ведь и Петенька тоже умер. Умер и Петенька, умер, дружок. И жалко мне его с одной стороны, а с другой стороны, сам виноват. Всегда он был к отцу непочтителен. Вот за это Бог и наказал его. Не доехал до места ссылки. Слег в одном из попутных городков в больницу и умер. Я вот об чем думаю. Как это вам, дядя, жить не страшно? А чего мне страшиться? А страшно, так встану на колени, помолюсь, и все как рукой снимет. Да и чего страшиться? Днем светло, а ночью у меня во всех комнатах лампадки горят. А знаете, ведь Петенька-то перед смертью писал к нам. Что ж, как родственник. С
Спасибо и за то, что хоть родственные чувства не потерял. Да, писал уж после суда, как решение вышло. Писал, что он 3000 проиграл, а вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый. Иногда нам кажется, что у человека золотые горы. А поглядеть да посмотреть, так у него на маслице да на свечечках. И то не его, а Богова. Ну, стало быть, мы богаче вас и сами сложились, и кавалеров наших заставили подписаться. 600 рублей собрали и послали ему. Какие же это кавалеры? Дядя, ведь мы актрисы. Куда же вы послали деньги? Не помню. Городок какой-то он сам назначил. Кабы были деньги, я должен бы их после смерти получить. Не истратил же он их всех разом. Не знаю, ничего я не получил. Так ведь мы дяди не спрашиваем, это так, слово сказалось. А все-таки дяде страшно. Как это так, из-за 3000 человек пропало? Это нам только так кажется, что из-за 3000. Вот мы и твердим 3000. А Бог... Дядя. Какая скука у вас. Ну вот, опять скука да скука. Ну подожди, погоди сейчас. Я сейчас. Так, сколько месяцев-то? Смиренник-то наш дядюшка. Ишь ты, какую штуку выкинул. Да и ты проказница. Мне что, мое дело, как они хотят. Коли ежели барин прикажут, может ли наша сестра против их приказаний идти? Да. Все от скуки. Скучно вам, Евпроксиюшка, в Головлеве? Чего нам скучать? Мы не господа. Но все-таки всегда вы одна, ни развлечений, ни удовольствия у вас, ничего. А каких нам удовольствиев надо? Скучно так в окошко погляжу. Ну, говорит дядя, все что-то скучное и длинно как-то. А мне что? Я ведь не слушаю. Ну, нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться. А почему он знает? Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю, да этим временем про свое и думаю. А о чем вы думаете? Обо всем думаю. Огурцы солить надо, об огурцах думаю. Так. В город зачем посылать надо, об этом думаю. Так. Что по домашности требуется, обо всем думаю. Так, стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом деле все-таки одна. Да почти что одна. При покойнице, при Арине Петровне веселей было. При ней он лишнее-то говорить побаивался. Нет-нет, да остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял. Так ведь это, Евпроксинюшка, страшно. Страшно, когда человек говорит и не знает, что он говорит, зачем говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно. Неловко ведь. Не вы одни. Многие у нас их за это не любят. Хоть бы лакей, и ни один у нас долго ужиться не может. Почти, скажи, месяц меняем, приказчики тоже, и все из-за этого. Ох, Евпроксинюшка, Евпроксинюшка, он еще меня в Головлеве жить уговаривает. Что ж, барышня, не бы и вправду пожили у нас. Может, они бы при вас посовестились? Слуга покорный. У меня ведь терпения не достанет ему все в глаза смотреть. Евпроксиюшка, а ты иди вели закусить, готовить чайку. Иди. Иди. Что я тебе покажу?
Сегодня я молился и просил Боженьку, чтобы он оставил мне мою Аненьку. И Боженька мне сказал, возьми Аненьку за полненькую талицу и прижми ее к своему сердцу. Так, что ли? У дяди какие гадости. Евпроксию схватила. Хотела спросить, кушать подавать, что ли? Вели подавать. Я поеду. Куда? Без хлеб, соль, в дорогу? Вещи уложены, кибитка готова, поеду. Ну, я давно с тобой хотел поговорить. Ведь не бог же знает, какое сокровище театр. Поживи у меня, Нутка, решись. Дядя, прошу вас. Но... оставьте. Вот дядя добра тебе желает, а ты говоришь, оставьте. Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты фыркаешь на него. А между тем, знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? А? Вот скажи, кто тебе дядю дал? Молчишь? Бог тебе дядю дал. Вот кто Бог. Теперь ты меня слушаешь, думаешь, фяка, дядя, старый ворчун, а поживешь с моё, другое запоешь, скажешь, пай, дядя, добру меня учил. Так вот, мой друг, что дядя-то значит? Да я и так благодарна вам, дядя. А если ты благодарна дяде, не фыркай на него. Да я сама понимаю, что жить одной, вдали от родных, это не совсем удобно. Но пока я решиться ни на что не могу, надо подумать. А что же тут думать? Дядя, вы забываете, у меня сестра есть. По крайней мере, приедешь, что ли? Говори. Нет, дядя, не приеду. Страшно с вами. А то осталось бы. Барин! Барин! Разродилась Евпроксиюшка! Надкуте! Поглядит куте! Нет! Нет! Боюсь я их! Не люблю! Ступай! Ступай! Да вы хоть бы спросили, мальчик или девочка? Нет, нет, и незачем, и не мое это дело, ваше это дело, а я не знаю, не знаю, знать мне не нужно, уйди от меня, ради Христа, уйди, 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 уйди. Еще под постный день. Так Владимиром батюшка назвали. Владимиром. В честь святого князя Владимира, сударь. Ну и слава Богу. Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума не в защите. Оттого и впадают они в прелюбодеяние.
Ты что? Сказать что-нибудь хочешь? Язва ты, язва. Дьявол в тебе сидит. Черт. Так слушай же меня. Завтра чуть свет, возьмешь ты проказника Володьку и скорехонько, чтоб Евпроксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с Богом в Москву. Воспитательный-то дом. Знаешь? Важивала. А важивала, так тебе и книги в руки. На расходы я тебе 2 20-рублевеньки отпущу. Вот Володька-то наш. Кажется, велик ли. И всего, с ноготок. А поди-то, сколько уж денег стоит. Я хочу, чтобы из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. Вот Бог одного Володьку взял, другого Володьку дал. Беда надвигалась все ближе и ближе. Беда неминучая, почти осязаемая. Прелюбодеяние. Это слово обозначало такое действие, в котором Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел. Становилось, наконец, ясным, что он пойман. Пойман. И на него нападала тоска. Прелюбодеяние. Это что же такое? Ведь это обличение целой жизни. Это обнаружение ее внутренней лжи. Минуло еще 3 безобразных года. Все вокруг него опустело. Одни вымерли, другие ушли. Оставалась одна Евпроксеюшка. Скучно у вас, и да страшно. Людишки-вольницы все по кухне да по людским прячутся. Сиди в целом доме одна, еще зарежут, того гляди. Ночью спать ляжешь, и со всех углов шепоты ползут. Сказывают, в Мазуле не Пелагеюшка хорошо живет. Ейный-то господин никаких неприятностей ей не делает. Ни работы не принуждает, а между прочим, и за все в шелковых платьях водит, и на всякий день ее платья разные. Если господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает. А ведь это все Аненькины штуки. Это она ехидная натравила тебя. Какие же это штуки? А вот то, что ты разговаривать-то со мной начала. Смотреть хоть ни с того, ни с сего. Шелковых платьев захотела. Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего звания в шелковых-то платьях ходит? Скажите, так буду знать. Но самые беспутные те только ходят. Ха, не знаю, почему они беспутные. Известно, господа требуют, который господин нашу сестру на любовь с собой склонил. Ну и живет она, значит, с ним. И мы с вами не малевны, чей служим. А тем же, чем и мазулинской барин занимаемся. Ах ты! Фу. Ну ты что? Ну и что же? Тут я и говорю, что Пелагеюшкино житье больно уж хорошо. А твое небось худо житье. А смотри, какая ж ты ненасытная.
А ты знаешь ли, как Бог за неблагодарность-то наказывает? Нечего. Нечего зубы-то заговаривать. Нечего на Бога указывать. Не маленькая будет. Повластвовали, потиранили. Ишь ведь что сделал? Рабенка отнял. Ну, голубушка, я вижу, с тобой сегодня не сговорить. Сегодня не сговорите, и завтра не сговорите. Никогда будет. Повластвовали, наслушалась я довольна. А что же это? Послушайте теперь вы, каковы мои, слава Богу. Господи. Уж как же у меня против тебя теперь еще раз постылого. Сердце разожглось. Уж так разожглось, так разожглось. Володька, Володюшка. Родимый мой, где ты? Ах, пропасти на вас нет, господа вы проклятые. Наделают робяты и забросят их, как щенят в яму. Никто, мол, с нас не спросит. Воспитательным. Их там хорошо воспитывают. Ой. Отлично, это уж я сам знаю. Кроватушки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на дедушках беленькие, рожочки, сосочки, пеленочки, словом, все. По крайности, если бы у меня топереча ребенок был, может, и забаву какую ни на есть видел, а то надко был ребенок и того вот не. Ох, тяжело. Тяжело. Барин. Съезжу я в Москву, что ли? Хоть глазком на Володьку взгляну. Не зачем. А съезжу. И не спрошусь ни у кого. И никто запретить мне не может, потому я мать. Какая ты мать? Ты девка гулящая, вот ты кто? Что тебе от меня надобно? Сказывай. Вот как. Уж и девкой гулящая. Чей звать стали? Да, девка, девка, девка гулящая, гулящая. Вот уж правду барышня Анненька сказывала, страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости. Одни только каверзы. В тюрьме арестанты лучше живут. Thank you.
Евфроксеевка. Прохорушка, поди, скажи Евпроксеюшке, что барин ключ от буфета просит. Ступай. Посторонись. Барин, я говорю ей, Евпроксия Никитична, ключ от буфета пожалуйте. Барин просит, а она мне подождет кикимора. Все сучи-то отсадали, что все, все сволочи, всегда, все, всегда. Евпроксей Никитич! Евпроксей Никитич! Евпроксей Никитич! Батюшка! Батюшка, что с вами? Что? Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь батюшка, в кабинет батюшка, ко мне батюшка, убью! 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 Дядя здоров? Что, дяденька, да, конечно, вы-то, барышня, все ли здоровы? Сестрица, все ли здорово? Ну, уж месяц, как в Кречетове, при большой дороге в могиле лежит. Что, спаси Господи, уж и при дороге. Так известно, как самоубийцы хоронят. Господи! Ну что, глядите на меня. Хороша? Ну уж какая есть. Впрочем, после об этом, после. Сейчас велите-ка им щека рассчитать. Да дядю предупредите. О, тут все мое и родовое, и благо приобретенное. Изябла я. Евпроксинюшка, очень-очень изябла. Тут как назло холодище, а во мне косточки ни одной здоровой нет. Водки бы мне. Есть у вас? Да вы бы, барышня, лучше чайку. Самовар сейчас будет готов. Чай потом. Сейчас водки. Впрочем, дядя-то покуда не сказывайте об водке. Все потом само собой увидится. Дядя? Дядя. Ну вот, ты приехала. Чего хочешь? Чаю, кофею?
Распорядись. Дядя, я к вам. Что ж, милости просим. Комната у меня довольна. Живи. Больная, дядя. Очень, очень больна. А больна? Так надо Богу молиться. Я и сам, когда болен, все молитвой лечусь. Умирать я приехала к вам, дядя. Доигралась. Доигралась. Вот, Любенька, та доигралась и умерла. А я вот живу. А вот плакать и отчаиваться — это грех. Не плакать, а покоряться и уповать. Вот так по-христианскому надлежит. Ох уж и не знаю. Не знаю, не знаю. А давно ли Любенька-то скончалась? Да с месяц, дядя. Так мы завтра ранехонько к обеденьке сходим. Mm. Да, кстати, и панихидку по новоприставившейся рабе Божией любови отслужим. Господи, слава долготерпению Твоему, слава Тебе, Господи. Пожалуйста, барышня. Господи, как же это так? Все барышни были и вдруг сами на себя ручку наложили. А это очень просто. Все были барышни, а потом вдруг взяли да отравились. Только и всего. И я ей как-то говорю, кончится, говорю, наш угар. А офицеры, вино, поедем мы в Погорелку, начнем хозяйничать. Она говорит, ты, говорит, думаешь, это когда-нибудь кончится? Дура, говорит. Надо умереть. Ну, умрем. Ну, наломала головок от фосфорных спичек и приготовила два настоя. Один мне дала, а другой сама выпила. А я пить не стала, испугалась. Пей, подлая, милая голубушка, сестрица, пей, кричала.
тот же день свезли ее тело и закопали в землю. А я вот испугалась, мне жить захотелось. Я к вам приехала. Но вы не бойтесь, я ненадолго умру. Жалко мне вас, барышня. Что? Как жалко. Жалко мне вас, барышня. Жалко. А вы выпьете со мной. Вот и не жалко будет. Нет. Мне как возможно. Меня и так уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили, а ежели да при этом... Ну, нет. Нечего, стало быть, и знаете, что такое Головлёва? Смерть. Двое двоюродных дядей тут умерло. Двое братьев, Любенька, бабушка. Все смерти отсюда. Все отравы, все язвы. Все отсюда, из Головлёва. Эх, дядя, дядя, отчего все, что не прикасалось к вам, все погибло? Когда-то здесь, Головлёва, было целое человечье гнездо. Как так могло случиться, что и пера не осталось от этого гнезда? Бедная ты моя. Дядя! Вы добрый? Скажите, ответьте, вы добрый? Ужасно. Ах, это ужасно. Слышала ты, что за всенощные читали? Слава долготерпению твоему, Господи. Слава тебе. Ах, какие-то были страдания. Ведь только этакими страданиями и можно. И простил всех навсегда. Прости. А ты... Ты простила? Надо меня простить за всех и за себя,
и за тех, которых уже нет. Что такое? Что такое сделалось? Где все? В памяти Порфирия Владимировича совершенно отчетливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем. Надо на могилку к покойнице матери проститься сходить. При этом напоминание ужасное томительное беспокойство овладела всем существом его. На дворе выл ветер, и крутилась мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега. На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп Головлевского барина.